Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Да, в прошлом эпизоде, в принципе, как я говорил, я уже запарился летать, вообще искать нормальный джунгли, нормальное место, чтобы построить себе дом. И вот, в принципе, я немножко так поискал, и, в принципе, вот нашел такие неплохие джунгли. Тут у нас джунгли, тут у нас пустыня, там у нас обычный лес, там у нас горы, и там у нас сверху... По карте, куда я смотрю, болото. Короче, вокруг этих джунглей все находится, кроме снежного биома. Это, в принципе, очень хорошо, так как можно просто выйти с этого дома и направиться в любую сторону, куда тебе нужно. И вот что я еще нашел. Это несмотря на то, что я сейчас вот тут начну делать дом, я еще нашел... так, у меня включен, да, включен. Вот что я нашел. Я, как я летал, вот... Вот, я нашел снежную биому, как бы не лес, а саму снежную биому, и наконец-то я... Чё за... А, да твою же мать, я опять гейммод не выключил. А, ладно. Я просто пока искал, то я умер, и сейчас с гейммодом возвращал себе вещи. В смысле, я умер с гейммодом, как бы. Я летал, так как я говорю, я не летал на этом конченном, в смысле, не конченном Шаризарде, я просто Шаризарде, но управлять на нем реально кончено, и просто... Я летал и, типа, умер, как бы, застрял в текстурах, я запарился уже просто-напросто летать, и вот использовал вот такой телепорт, чтобы найти более-менее нормальную подходящую точку, и застрял вообще в стене или где-то, и просто... Даже с гейммодом у меня почему-то вещи все пропали. Не знаю почему, но в принципе я ничего не брал с инвентаря, в смысле с гейммода, с креативного режима, вы можете сами увидеть. А кстати, да, вот это я поставлю, не знаю, пусть будет вот тут. И вот мы потом трансформируем нашу Иви. А сейчас, джунгли, идем сюда. Я думаю, вот начнем тут строить как раз наш дом. В принципе, сейчас мы просто-напросто телепортнемся к нам домой. Так, мы у нас дома. Кстати, красивенький, не такой у нас дом. Я, если честно, до сих пор немножко удивляюсь, так как действительно очень красиво получилось так на воде. Тут такой вход, тут у нас такой небольшая комнатка для трейд-машины и вот этого фосил-машин. Тут у нас априконы выращиваются, тут у нас вообще три дома как бы на воде стоят. Вообще красиво, мне кажется, так получилось. Дом на воде. Тут у нас выращиваются все, как бы, еда. Тут у нас зачарование. А тут у нас дом. Так, ладно, сейчас, что я хотел. Я хотел взять дерево, так как дерево у нас реально дофигище. Я помню, как я, ну, в принципе, можете заметить, что там сверху у нас вот там пол леса вырублено. Это я просто вырубливал лес. И, в принципе, сейчас... Я пойду тут... Иви, еще один Иви, еще одна Иви. А, ну ее сейчас манки убьет. Ее сейчас манки убил, паскуда. Ладно. Ладно. Так, Квилава. Давай, Черизард. Кстати, вот что я еще хотел сказать. У нас же... Клефайри, короче, как ее там, пофиг. Она же эволюционирует с помощью вот того камня, как бы лунного камня. Вы помните, если вы смотрели ту серию? Ну, я помню, у нас были какие-то... Джиглипуф, вот, точно, Джиглипуф у нас был такой покемон. И он тоже мог только эволюционировать с помощью лунного камня. А я не знаю почему, но тут еще так не сделали, что как бы лунный камень вообще нигде нельзя достать. Только если искать вот тех же покемонов-боссов, с которого я помню, ну, выбил один раз мастербол. И, наверное, лунный камень еще, наверное, тяжелее выбить, чем тот же, как его, чем тот же мастербол. Так что, дорогие друзья, я, наверное, опять же возьму лунный камень с креативного режима и просто-напросто эволюционирую нашу Клефари. И, в принципе, да. Так, сейчас тогда домой опять. Априкончики. В принципе, я соберу. Соберу я их, соберу. Всех соберу.
меня еще вроде, если я не ошибаюсь, в сундуке там же были парочку штук. Если я не ошибаюсь, да. Так, 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 собираем, собираем. Все, собрали 20 на штука, да. Фу, сейчас мы телепортируемся в джунгли. Вот, отлично. Сейчас тут, что нам тут делать? Сначала нам, конечно же, покушать. Убрать немножко дальности, чтобы не глючило. Так как, в принципе, нам тут только дом сейчас нужно будет строить. И, в принципе, все. Думаю, можно начать сейчас строить дом. Это мы поставим вот сюда. Да, в принципе, пусть будет так. Сейчас я вообще не знаю, с какой, как бы, где нам начинать строить дом. Сейчас я заберусь еще немножко наверх, посмотрю, может там, в принципе, сколько там еще блоков осталось. Не знаю, ну это капут уже. Ладно. Home. Так, где наше железо пропало? А, железо я себе, наверное, забыл вернуть с креативного режима. Да, забыл. Так как я говорю, я себе возвращал вещи и, наверное, не все вернул. А, ну, в принципе, ладно. Потом еще сбегаю, если что, в пещеру. А, ну да, логично. Так, это сюда. Вот так. Сейчас мы опять телепортируемся вот туда. Так, сейчас. Я не знаю, откуда лучше всего начинать строить дом. Давайте, короче, отсюда. Только я не знаю, какой он высоты будет. 2 блока пусть будет. Или 3 блока пусть будет. Если 3 блока, это уже слишком какой-то дом такой будет. В принципе, да, пусть будет 3. Пусть будет... Хотя... Не, пусть будет 2. Пусть будет 2. Вот так. Так, ладно, сейчас мы будем потихоньку строить дом. Я думаю, я не буду нажимать на паузу. В принципе, пусть это будет серия такая. Строить дом. Я почему-то резко так захотел построить дом на дереве. Не знаю почему. Да твою ж фуражку. Ну что же ты будешь делать? У нас ни факелов нету, нифига нету. А у нас вообще хотя бы уголь есть где-то. Я думаю, вот тут должен он быть. Да, уголь у нас, конечно, не очень таки много. Дофига я, конечно, себе сделал факелов, но в принципе пусть будет. Да, в шахту нам все-таки нужно будет и так сбегать просто. Хотя не знаю зачем, но, в принципе, пусть будет. Уголь еще себе нарыть немножко. И все такое. Ой-ой-ой, где вообще очутился? А, ладно. А, во, отлично. Так. Сюда мы поставим факел, чтобы немножко как бы видно было. Что я вообще хочу сейчас сделать? Так. Мам. Как нам все-таки лучше сделать вот дом? Я не представляю, что я вообще сейчас хочу делать. Не знаю, как его вообще лучше сделать. Так. Где на... Короче, сейчас мы быстренько все спрограммируем, спланируем. Че, где у нас будет вход, выход.
ход, скорее всего, у нас будет где-то вот или с этой стороны, или с этой стороны. Пусть будет с этой. Тогда мы сейчас это еще немножко выровняем. Сделаем, наверное, себе балкончик. Такой дом хватит, не хватит. Как бы такой ширины. А, ну сейчас посмотрим. Так, сюда, это сюда. Это опять вот так, сюда. Ага, так, сейчас. Я не знаю, в принципе, я думаю, так, да, нормально будет вход, я так думаю. Тут, если так заходить, уже вот так сейчас можно посмотреть. То у нас уже как бы две комнаты рисуются. Тут у нас главный вход, тут у нас две комнаты уже. Можно и так сказать. Или нет? Я думаю, еще можно, наверное, на один продолжить, как думаете? Так, сейчас мы это все вот так. И тут то же самое. Так, продолжим. Еще на один. И вот так. Сейчас мы сделаем вот так. Такой небольшой домик на дереве будет. Даже, в принципе, вот так можно сделать. Чтобы у нас тут все стекла было. Это, я думаю, красивее будет. Вот так. И вот так. Тут мы тоже это вот так берем. Ага, ага. Вот так. И сейчас, да, у нас кончились дерево. Сейчас тут мы все сейчас закроем, в смысле потолок сделаем. Хотя, в принципе. Отлично, отлично, отличненько. Сейчас, я не помню, у нас вообще дома песок есть, нету. Ну, в принципе, песка тут, конечно, зашибись как много, но... Чтобы сделать себе окна. Я не знаю, что я сейчас вообще хочу делать, но что-то сейчас придумаю. И дома осветим, чтобы было видно. Так, если так определять две комнатки, то тут слева вот так, наверное, себе сделаем. Вот тут у нас будет такая небольшая комнатка. И тут у нас небольшая комнатка будет. То бишь, тут, наверное, можно верстак и две печки. А тут у нас можно, наверное, вот так два двойных сундука разместить. Или у нас, в принципе, можно сделать любые другие сундуки, например, железные. Ну, посмотрим. Да, я вот так сделаю. И сейчас. Что нам еще нужно? Тогда мы тут сейчас еще две комнаты сделаем. Две или одну. Если так смотреть, подумать, это на верстаки, на печки, это на сундуки. Тут еще комнатку сделаем, чтобы спать, как бы. А тут еще одну комнатку сделаем для покемонов. В смысле, та же лечилка и... Чтобы делать мастерболы. В смысле, какие мастерболы? Вообще покеболы, чтобы делать. А, так. Ага. Вот так, отличненько. Только я не знаю, как вообще лучше это сделать. Да, тут я все-таки закрою вот так. Тут я тоже стенку сделаю. Так, это сюда-сюда. Сюда. Угу. В принципе, да, так, я думаю, будет нормально.
Уже такой неплохой домик получился. Отличненько. Сейчас. Это сюда. Это сюда, сюда. Так. Да, я говорю, дорогие друзья, это такая серия. Как бы только построить дом. Сейчас я высчитаю, как лучше. Если тут у нас, допустим, будет два сундука. Или вот тут кровать. Тут два сундука. То бишь тут уже можно делать стекло. А если тут посмотреть, тут у нас будет лечилка. Тут у нас будет вот та наковальня, чтобы делать покеболы. А тут у нас будет какой-то сундук. Да. А, например, на ту же трейд-машину, я думаю, не будем ее делать, а просто, если что, можем телепортнуться. В смысле, даже не делать так же, так как трейд-машину нельзя делать, а только она находится на серверах, как бы, ну, ее вообще никак нельзя скрафтить. Ту же трейд-машину, что стоит у меня дома, я же его взял из креативного режима. Так что сейчас не вижу смысла ее брать. И тут даже не трейд машину, а даже фосил машину. Если что, я не каждую же, не каждый же день, как бы не каждую же серию нахожу закаменелых покемонов. Так что я не вижу смысла брать, делать себе еще одну фосил машину. А даже если найду какого-нибудь покемона закаменелого, то в то же время даже могу просто-напросто телепортнуться домой и все. И сделать себе там его. Так, это мы сейчас все выровняем. Вот так вот. Да, уже даже и прикольно так получилось. Дом уже на дереве даже такой классный уже. Так, это нужно удалить. Это тоже нужно удалить. Сейчас поставим вот тут. Потом другую точку сделаем. Ну, в смысле, под другим названием. И, наверное, другие координаты. В смысле, где-то в другом месте. Сейчас, что нам вообще нужно тут делать? Верстаки. Один верстак 100% нужен. Один верстак вот тут. 2 печки сделаем обычные, не будем там делать золотые или еще какие-нибудь каменные или какие еще там есть. Так, да, вот так мы в принципе, да, пусть будет вот так. Сейчас мы сделаем себе сундуки. Четыре, чтобы наверняка. И вот так. Тут у нас будут сундучки. Кровать, кровать, кровать. То бишь нам еще 3 шерсти нужны. Тут у нас хилка будет. Тут у нас наковальня будет. А тут у нас еще один сундук будет. Только я забыл, как хилку делать. Я думаю, даже можно ее с кредита взять, так как хилка в том же покецентре ее можно найти, но только она не разбивается. Как бы ты ее сломаешь, но поднять не можешь. Что, дорогие друзья, это, наверное, все-таки возьму с кредита. Или хотя я могу это скрафтить, мне не жалко один алмаз, но в принципе да, в принципе можно сделать. Я не скажу, что это очень тяжело, только вот что нам опять домой нужно возвращаться, так как у нас ресурсы все дома. А вот что я думаю, смотрите, дорогие друзья, так, сейчас, секундочку. Смотрите, что я хочу сделать. Давайте, когда мы построим вот этот наш дом, что мы там его начали строить на дереве, то все, что у нас есть ресурсы, это все как бы оставим в этом доме с теми же покемонами, которые у нас с предыдущего сезона. А на том, в том новом как бы доме мы как бы начнем все добывать как бы
пойдем опять же в шахту, добудем ресурсы только вот для того дома. Это будут ресурсы для этого дома. Мы пойдем в шахту и добудем ресурсы для того дома. И добудем же приконов тоже для того дома. И как бы в этого дома будут свои ресурсы, а в того дома будут свои ресурсы. Я думаю, это будет прикольно. Только вот сейчас мне и так нужно взять ресурсы, чтобы скрафтить все, что мне нужно. Алюминий. Так, сколько мне, если я помню, мне 4 алюминия нужно. Сейчас мы идем туда, в наш другой дом. Так, стекло нам... Ладно, дорогие друзья, давайте на этом, наверное, закончим вот тут. А в следующем эпизоде сразу же тут продолжим. Так что давайте всем удачи, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, и всем пока.